Привет, привет, как у вас дела? Мераба. Здесь продаются все марки обувь. Разные. Посмотрите, какая обувь. Сейчас скидки. Вот такие ботиночки. Лохматушки. Это магазин обуви. Здесь можно найти все. Nike, Adidas и все там остальное. Также этот магазин Flo. Это... Вот донер открыли, такая мимо еды, как молча пройти, да? Ну, невозможно. Вот, вот этот магазин, кстати, очень хороший, но дороговат, конечно, но вещи здесь отличные. Качество говорит за себя. Так, вот такие турецкие мужчины. Бородатые, волосатые, как говорится. Вот здесь тоже магазин есть сумок. Сумки тоже, кстати, там не дешевые. Ну, конечно, не марка, но качество отличное тоже. Так, здесь Flo работает тоже со всеми марками. Здесь также можно найти все марки: Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lumberjack и Polo. Вот здесь у нас Семит, девчонки. Ну, у них Семиты, конечно, знаете, я так люблю вкусненько чай попить. Мне это дело очень нравится. Вот такие красивые сладости есть. Турецкие сладости. И вот такой знаменитый турецкий Семит. Вот такие вкусняшки. Здесь же прям делают вот такие гезлены. Кстати, они вкусные. И вот такой есть у них магазин Чаодаш в Турции. Кстати, он считается не таким дешевым магазином, как, например, Аюзбир, Бинго. Ой, Бинго говорю, Бим. Прочитала там Бинго, сказала Бинго. И здесь, вот я вам сейчас покажу, хурма цены 32 лиры, например, вот это. Авокадо обычно поштучно продают по 14, по 20, вот так вот они стоят. Вот. Свежие, всегда свежие продукты, овощи, фрукты, всегда все свежее. Винограды. Вот это вот, например, 45 лир стоит. Это стоит у нас 11 лир. Очень дешево. 11 лир стоит этот виноград, девчонки, понимаете? Это что за такая цена? Хорошая очень даже. Так хотела виноград. Так, клубничка стоит 13 лир, тоже недорого. Давайте мы с вами возьмем клубничку, да? И... виноградик. Такая клубничка есть. Вот такая. Так, 17. У меня хотя в морозилке есть клубника. Где-то вот, вот столько и осталось. Здесь можно всегда купить. Так, что делать? Возьмем. Вот это вообще 10 лир стоит. Виноград. Давайте мы с вами сейчас возьмем виноград и клубничку. Вот такие гранаты есть, груши. Груши по 20 лир, гранаты. Мандарин по 15,95 здесь. Вот такой мандарин, он какой-то тверденький такой, знаете. А вот такие вот гранаты по 25 лир.
Вот это вот, я не знаю, айва, да? 16 лир. И вот такие груши стоят 20 лир. Вот такая хорошая груша. Цены здесь хорошие. Вот такие есть бюреки. Они, кстати, очень-очень вкусные. Да, очень вкусные. И вот такие сливки. Вот такая Турция. Здесь у нас кебабы, телефония, как всегда везде. В Турции, знаете, очень интересно, конечно. Здесь магазины, магазины. Ходишь, гуляешь, ничего серого нету. Все такое яркое, красивое, веселое. В общем, все веселые и находчивые, как говорится. Вот. Все очень... Есть еще такое... Очень много плюсов здесь. Например, если ты садишься там в транспорт, и у тебя закончились на карте денежки, тебе нечем оплатить, то обязательно найдется доброжелатель какой-нибудь, добрый человек, который оплатит за транспорт и ничего не возьмет. Даже вот есть такое. Вот. Здесь много отзывчивых людей. Всегда готовы помочь. Всегда. Вот так вот. Вот такой магазин есть. Эве. Здесь косметика продается. И цены такие дешевенькие, в общем. Также есть Еврошин. И мы сейчас с вами зайдем вот сюда. Это называется Чарши. Евроши вот такие вот есть. Крема, шампуни, лосьоны и все. Я люблю в Евроши покупать гель для душа, шампунь и маска для волос. То есть не то, что люблю, я пользуюсь. Вот. Мне нравится. Также, конечно же, Турция богата вот такими вещами. Кальян. Уголечки, кальян и все остальное. Ну вот, мои милые. Есть здесь такое вот Бюлент Бюрек. Кстати, они открылись недавно. Ну, год-два, наверное. И мне нравятся их бюреки. Вот они реально вкусные. Если кто-то здесь, посетите. Вот, это не реклама, девочки, не подумайте, что это реклама. Это вот такое вот блюдо. Бюреки. Сыр. Просто с них течет. И такой горячий чай я взяла в большой кружке. Ну, теперь мы с вами. Сейчас я вам покажу. Это дело сейчас мы с вами оприходуем. Попробуем. Какой вкусный, какой вкусный, девчонки.
Привет, привет. Как у вас дела? Мираба. Так, это у меня из ассорти. Кусочки. Похрустим. Все с глиной, с глиной. Давайте просто похрустим. Это что такое?
Mm-hmm.